Сергей Устюгов выступит в составе сборной округа на соревнованиях «Чемпионские высоты». На этих стартах выступят сильнейшие лыжники нашей страны. Программа стартов будет такой же, как и на чемпионате мира, который пройдет в этом году. Напомним, что наши спортсмены отстранены от международных соревнований. 23 февраля лыжники разыграют комплекты медалей в классическом спринте, затем посоревнуются в скиатлоне. Дальше программа чемпионских высот продолжится командным спринтом, гонкой с раздельного старта, эстафетой и масс-стартом. В состав югорской команды вошли 4 мужчин и 6 женщин. Среди участников олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Чемпионские высоты покажут в эфире федерального телеканала.